Итак, дорогие друзья, столовая «Якорь». Комплексный обед 200 рублей предлагают они. Пойдем посмотрим. Открылись тоже недавно. И что есть интересного? То есть на входе у нас есть вилки, подносики. Далее салатики все за стеклышком. Можно увидеть цезарь 120, фикольник 70, капустный 60, лето 75, морковный 70, оливье 100, греческий 100, 120 и под шубой 110 рублей. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, сосиски 1 штука 50, котлета 85 1 штука, рубленная котлета 100 рублей. Девочки, а скажите, а почем вот гарниры? Гарниры, овощи 90 рублей 100 грамм, баклажаны по-итальянски, фунчотто 110 рублей, овощи по-кавказски 80 рублей 100 грамм, картошка, порция 70 рублей отварная, это 130 жаркое, плов 120 порция. А первые блюда какие есть и сколько стоят? Борщ есть 70 рублей, суп лапша 80. Харчо 110, солянка 120. Мясо по-царски 100 рублей, здесь 110 грамм. Отбивная куриная 100 грамм, 110 рублей. А это 100 грамм, 110 рублей. Отбивные свиные 100 грамм, 120 рублей. Хер 100 грамм, 110 рублей. Тяжко. А расскажите вот по этим гарнирам, что почем. Окорочка 100 грамм 90 рублей. 82 итальянские. Рулет куриный 100 грамм, 100 рублей. Шницель 1 штука 100 рублей, бризоль 1 штука 150 рублей и творожная запеканка 100 рублей, 1 штучка. Блинчики 1 штучка 30 рублей. Возьмите, пожалуйста, ваши пельмени. Пюре. Пюре 65. Гречка. Гречка 70. Рис 60, 70 тоже, это 60. Спагетти. Тоже 60. И подливки у вас. Гуляш 120 рублей порция. Все, спасибо большое, хорошая работа. Тоже большой зал в тени. Здравствуйте. Все красиво. Лимонад, мохито. И идем дальше.